Витебск. Наконец-то пришла весна. И сегодня в Центральном парке культуры и отдыха празднуется Всемирный день здоровья. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! Ноги соедините, руки опустите. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете, будете, будете в порядке. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете, будете, будете в порядке. Пожалуйста, как часто делаете зарядку? Каждое утро по 50 отжиманий. Каждое утро приходите сюда, в парк Гурьевской, и дома отжимания, пресс, гантели. А давайте прямо сейчас поотжимаемся. Выбиваемся из системы. Парень, парень, мышцы качай, но и про мозг не забывай. Парень, парень, ты нравишься мне. Да, спасибо большое, спасибо. Как вас зовут? Александр. Александр, будьте таким же здоровым, как Александр. Александр, давайте что-нибудь посоветуем молодежи, как стать здоровым. Не пить, не курить, слушать маму и папу и делать зарядку обязательно. По 100 отжиманий каждое утро, 22 подхода. По 20, 2 по 30. Это же очень просто, друзья, почему вы не делаете? Отжимайся. Сколько? Отжимай, сколько сможешь. Вот достойный пример для подражания. О, молодец, красава. Здравствуйте, с нами сейчас находятся тренеры, которые проводили зарядку. Давайте что-нибудь посоветуем молодежи, как нужно стать активнее, здоровыми и молодыми. Откажитесь от транспорта, пересядьте на велосипед, на ролики. Для этого. Вы приехали сюда на велосипеде? Я приехала сюда на машине, потому что я живу в Калининграде. Скажите, пожалуйста, а важна музыка под зарядку? Конечно. Вот под эту музыку можно сделать сейчас зарядку небольшую? Ну, скорее всего, эта музыка не очень подходит, да, потому что она вызывает патриотические эмоции, да. А музыка для спорта должна заставить человека двигаться, встать с дивана, с кресла, да. А мне кажется, эта музыка в свое время поднимала людей с дивана. Это да, она поднималась с дивана. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вы в курсе, что у вас лыжи украли? Нет, не в курсе. Нет? А вы их не покупали. Да ладно, давайте, кроме шуток, просто расскажите, чем вы занимаетесь, потому что многим интересно и не знают, что это такое. Что же такое скандинавская ходьба называется, да? В чем суть? Суть этой ходьбы в том, что мы собираемся вот таким дружным коллективом. Муниципалитет нам выделил средства, за которым большое спасибо. Мы купили скандинавские палки, и вот у нас группа с около 19 человек уже третий год занимается на городском стадионе. Наша скандинавская ходьба не дает нам заниматься вредными привычками. Потому что обе руки заняты. Нечем держать бутылку. Едины и сильны, когда мы здоровы. Спасибо всем большое, ну и с праздником. Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, а как стать спортивным, здоровым, крепким, умным, красивым? В общем, как стать таким, как вы? Ну, уже, к сожалению, не такой спортивный, не такой, наверное, красивый. Что, надо заниматься спортом, а главное, что просто быть достойным, хорошим человеком, гражданином своей любимой нашей родины России. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Да, занимаемся дзюдо и самбо, не стесняйся. Занимаемся дзюдо и самбо. Приглашаем всех заниматься дзюдо и самбо, вести здоровый образ жизни. Такой вопрос. Кто круче, самбисты или дзюдоисты? Одинаково. Кто? Одинаково говорят дзюдоисты, потому что их чуть меньше пока что, чем самбисты. Дзюдо более опасный вид спорта. В дзюдо можно ломать ноги и душить. Ты для этого и пошел, да? Чтобы ломать ноги и душить. Не обязательно. Кем хочешь стать в будущем? Дзюдоистом и КВНщиком. Неожиданно. Все судьи 5 баллов. От имени дзюдоистов и самбистов мы... Поздравляем! Извините, пожалуйста, а чего мы здесь стоим? Чего вы ждете? Очередь. Очередь ждем. Проверить
свое здоровье. Вот что в чем мы. Вы думали, вы придете здесь без очередей? А так же, как и в обычные будни, да? Да. Баллончик взяли уже? Взяли, мы все взяли, стоим, очередь ждем. Вот такие дела, хотим пройти. Извините, пожалуйста, просто я занимал за женщину, я встану, да, здесь? Ой, пожалуйста, встаньте. Спасибо, спасибо. Не, я занимал, спасибо. Мне только спросить, спасибо большое. Я занимал здесь за женщину, только спросить. Заходите. Да, мы записывались просто, мы по направлению просто пришли. По какому направлению? По юмористическому. Счастливо. Скажите, пожалуйста, а вы выезжаете на мероприятие, да, вот так вот работаете? Нет. По заявкам. Вот заявку нам дают, и мы по заявкам ездим. Ну, то есть на такие мероприятия можно вас, да, позвать? Мы выезжаем на такие мероприятия. Сколько стоит вас заказать на свадьбу? Ой, слушайте, если накормят, почему бы не съездить? А выпивка будет? А? Слышь, ты что такая дерзкая? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что по парку нельзя передвигаться на транспортных средствах? Почему нарушаете? В Гуревске живут самые крутые баскетболисты. Спасибо. МЧС России! Всем защитникам природы, пожарным, добровольцам и спасателям! Ура! 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 Когда идете, одевается полная экипировка, одеваются дополнительные ботинки, которых мы не привезли сегодня, к сожалению. И вы полностью защищены от пожара. Одевается. Последний писк моды. Дорогие друзья, кто-то сейчас может подумать, что я в костюме типичного аниматора Гуревска, а на мне гуревский кальян на молоке, но нет, я нахожусь в прямом смысле этого слова в шкуре пожарного работника. Ребят, это очень тяжело, и я только про костюм. Поэтому не жгите, пожалуйста, леса, не создавайте работу пожарникам, занимайтесь спортом, будьте здоровы, а я пошел тушить пожары. Это был проект «Окей, Гурьевск». Пока, еще увидимся.